Международный форум «Россия – спортивная держава» стал уже историей. Его освещали десятки средств массовой информации, и сегодня в Доме правительства наградили самых активных и инициативных, в их числе и сотрудники национальной телерадиокомпании. Благодарности и благодарственные письма от двух ведомств – Мининформполитики и Минспорта Республики – это хорошая оценка работы журналистов, операторов, режиссеров, системных администраторов, одним словом, всех тех, от кого зависело быстрое и оперативное освещение главных событий форума. А их было немало. Материалы о визите президента страны, о заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, пленарном заседании форума, выставке, Всемирном дне ходьбы ежечасно выходили в интернет-пространстве, в телевизионных и радийных новостях. И все это благодаря нашим коллегам и нам. 9 работников национальной телерадиокомпании также получили почетные награды.